признан виновным в легализации денежных средств и экстремизме. В Москве к 7,5 годам заключения по делу о подготовке переворота в Казахстане и хищениях из БТА-банка приговорили националиста Александра Поткина, который в течение многих лет был одним из основных организаторов русских маршей. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Это чуть меньше 10 тысяч долларов. Поткину также придется полностью компенсировать ущерб, который по версии следствия понесла кредитная организация. Эта сумма составляет почти 5 миллиардов рублей, то есть 77 миллионов долларов, ни много ни мало. Напомню, первоначально это дело было заведено в Казахстане. Поткина обвиняли в создании экстремистского сообщества с целью свержения режима Нурсултана Назарбаева. Помимо этого, в деле фигурировали высказывания националиста, записанные на видео для проекта «Срок». Их суд признал экстремистскими. Позже в дело добавились пункты, связанные с хищением денег. Александр Поткин находится в СИЗО с октября 2014 года. Свою вину он отрицает и говорит, что преследование связано с его политической деятельностью. В широкой общественности Поткин знаком прежде всего как основатель запрещенного в России движения против нелегальной иммиграции, а также как один из лидеров движения «Русский», также признанного впоследствии экстремистским.